также в заседании принимают участие представители аппарата президента Республики Татарстан, комитет промышленной продовольственной политики, Гурам Юнус. Кто за? Прошу проголосовать. Против? Воздержался? Уважаемые коллеги, проект повестки дня у вас на руках. У кого есть приступить к рассмотрению первого вопроса, предлагаю установить регламент работы заседания. Без торгов на основании соответствующего распоряжения президента для реализации масштабных проектов. Есть проблема дольщиками, которые, значит, недобросовестно застройщиками. Который останется, мы предполагаем гасить именно за счет этих средств. Спасибо. Этот шаг, реальный шаг для разрешения данной проблемы. Поэтому постановление по данному вопросу. Кто за данное решение? Прошу пригласить нового заседания Государственного Совета и рекомендовать депутатам Государственного Совета Республики Татарстан принять проект обращения законодательных представительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володина и пунктом 9 статьи 67 Федерального закона номер 7 ФЗ российскими средствами измерения стационарных объектов первой категории.